Первым в повестке 66-го заседания Совета депутатов стал вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» города Орехово-Зуево. Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа выступил с ходатайством за кандидатуру основоположницы художественной гимнастики в Орехово-Зуеве Валентины Кострицы. Путем тайного голосования депутаты единогласно поддержали предложение присвоить высокое звание выдающемуся тренеру. Нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданина» будут вручены Валентине Алексеевне в сентябре на торжественном мероприятии, посвященном Дню города. Вслед за этим народные избранники утвердили условия приватизации муниципального имущества, расположенного по адресам город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 30, и поселок Новый Снопок, улица Центральная, дом 22. В соответствии с законом Московской области об объединении территорий городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, Совет депутатов принял решение о передаче муниципального имущества из собственности городского округа Орехово-Зуево в собственность нового муниципального образования Орехово-Зуево. Зуевский городской округ.